А перед началом ролика предлагаю посетить вам сервер Rastaman World. На сервере вас ожидают адекватная администрация, различные ивенты, акции помогут новичку встать на ноги, имеется внутриигровой недорогой магазин, а также приличная карта для полной свободы. Сервер надежен и практичен, адрес и группа в описании под видео, подключайтесь. Это хуй изучит нас, прикинь? В смысле, на 100% не изучилось? Ты бал... Прикинь? Какого хера? Алло. Вот так вот. А сколько 2%. Ты... А сколько ты положил этих? 150. Револьвер саны не изучился? Чё за бред? Не, я вообще в ахуе. Закидываю все. Нет, закидываю еще. Нет. Да его надо изучить. Буду ломать. Ты же Томпсон, блядь. Я тебе говорил, давай все сразу. Кого изучил? Ты мне говорил? Изучил? На. Давай. Ну чё ты, блядь, ну в этом, в резерче. Я жду. Пизга тебя. Давай, ты и смотри такой. Ждет, пока не свалится там что-нибудь. Такой смешной пиздец. Так, пойду Томпсон отремонтировать, и тогда его уже с блюпринтиками закину. Угу. Так, как... А, вот же он. Я тут домашним ремонтом занялся. Да, да, да. Поздравляю тебя, да, с Томпсоном. Блять, потная, сука, катка. Тридцать восемь. Не, надо еще. Паркетик у нас тут, все дела. Угу. Ты чё, это, печки убирал? Нет. Так и захуярилось? Да. Ну ты багер, блядь. Причем еще и под багер? Спальники. Ну вообще, пиздец. А как ты так засунул таблички? Мне пришлось по 1000 дерева лутать на каждую табличку. Нормально так. Прикольно. А нахуя такие выебаны? В смысле? Я решил покрасить нам пол. А чё, чёрно-белый? Да, ей надо было большие, но у меня большие не изучены, чтобы как плитка была. А, во, я хотел костер скрафтить и попробовать на табличку поставить костер. Во. Из маленьких бы сделал. Да маленькие заколебёшься выставлять. Заебёшься крафтить. Можно и так сказать. Ушей. Прям элитный дом у нас, смотри, камин такой, да, черная плитка, вся херня. И это... Чё? Возьми еще вот здесь вот так, из маленьких табличек, сделай черненькое, типа камина, вся хуйня. Чисто угол ты имеешь? На стену, да-да-да-да, ну типа для костра так и положено, или красненькое такое сделай. Не, ну тогда черное делать, чтобы ну, красное. Черное, да, то, что, ну, камин, все, закоптило там все. Здесь вообще вот так до потолка черное, и там дырка прожженная. Ну, нахуй. Кого? Надо давай. Рисковать. Я найдем тебя... еще. Ой! Че ты, ой? Я говорю, в смысле, что, ты урон не получил? Нет. Как, я ж тебе в ногу дал? Я не понял. Да иди в пизду, ай, блядь, теперь больно, сука. В коленку. Хера ты косой. Падла такая. Блин, просто сука. Ага. Иди сюда, на паркинг или как ты там его называешь. Куда? Сука. Падла, блядь. Сука. Ты какого хера? Ты охерел мой Томпсон трогать, блядь? Где ты? Я с тобой еще не закончил. Иди в пизду. Томпсон быстро на 97% положил. В смысле? Какие 97, 37 там было? Ты обманщик? Да. Как ты меня убил через стену? Объясни-ка мне быстренько. Репорт, блядь. Не, я тебе успел в плечо попасть. Какое нахер плечо? Ой, у тебя там ничего не крафтилось? Нет. Слава богу. Где вон от моего тела? Читер.
Я пошел жарить свой грецкий. Пизду, 1000 мяса чуть у меня просто не убил. Вообще-то у меня было тоже 1000 мяса. Нехуй на меня это кидать. Иди пизду. Кого? Четверть сыши, что ли? Капец, что, блядь. Блядь, сука, все, пиздец. Все, я отомщен. Отомщен, блядь. В смысле раком? Ты у меня раком стоишь, я не знаю. Сейчас херня. Тихо, бежит. Ой, это уголь падает. Ой, что-то падает, что-то заглохло. Черкол. Черкол. Ну вот теперь мы без 1000 мяса. Нормально. Ну как там, орех приготовился? Ай, блядь, горячий. Подожди, еще чуть-чуть. Короче, давай, наливай на него воду, и у нас будет баня. В натуре сауна, блядь. Наши придут, а у нас тут вообще все нормально. Вообще все четко, блядь. Развалились такие. Лута куча. Ага. У меня есть одна стрела. А, да, слышу, справа. Сзади нашего дома. Убежал дальше. Вижу его. Он не один. Пистолетчик? Не знаю, слушай. Но я пойду за ним схожу. Он вроде голый. Вижу его, убегает. А почему убегает? Он убегает от района этого шарика, значит. Значит, у него что-то есть. Хера он там петляет. Он идет на взрывы этих геологичек. Отлично, я его подрезал. Ловлю преступника. На, попал? Да, одной дробиной. О, нормально. Ни одной не попал. И какой-то чувак рядом лутает. Он говорит, ничего нету. Да я его хер догоню так с этим дробовиком. Не, смотрите, попал. Хэдшот. О, упал. Ага, ничего у тебя нету. Асульфур, А7 хай квалити. А факел? Все. А может юбки скрафтим? Да ну забей, он сейчас там уйдет, пока мы это все крафтим. Пошли. Кого там уйдет? Он, блядь, 30 металлофрагментов и 10 шкуры надо. Где этот упырь? Ой, он там в горах. В смысле в горах? Далеко бахало. А я когда, если близко, я хорошо слышал. Я слышал его, я же за нищебродом когда бежал. Во! Чисто прямо где-то. Да, чисто где старечек живет. Вон, вон он, вон дым идет. Вон он бегает. Вижу, вижу. Не один. Двое, бля. Они убегают. Ага. Они ищут место. Они нас спалили. Вряд ли. Спалили, я тебе говорю, они драпанули. Ой! 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 Попал! Ты попал! Два раза попал по чуваку. Сейчас. Да не лагай ты, сука. Вон завод у них стоит один. Ой, где? Блядь, попал. Не вижу его. На скале. Его. Вижу, вижу. Да не дергайся ты, ублюдок. Что тебе? Попал. Спрыгнул. Ор ушел. Ладно, к тебе перетягиваюсь. Надеюсь, добегу. Хоть бы добежать. Не вижу его.
Добежал. Ты завод оббегаешь? Нет, а за деревом. Ебать, они тут нахуярили заводов. Слышь. Чё, чё? Где ты есть? Я вот обошел забор. Куда он делся? Ой! Ё-моё! Доживу. Сука. Хуя они тут наставили. Где ты, упырь? Ты где? Ой. В смысле он через елку? Он через елку стреляет. Да ё-моё. Вообще херово. Отхожу маленько. Кравчу бинты. Что? Отвлек на себя, но они в горы ушли. Да-да-да, они туда поднимаются. Там вообще не варик. Это дом у них. Сука. Какой, вот этот? Это ты бежишь? Да, прыгаю. Это их дом. Ладно, пошли нахуй. Тебе говорю, тут без вариков. Они он... Подожди, его. Он стреляет в тебя. Да что от него, блядь? Хэдшот ему, хэд, блядь. Нормально, я тебе говорю. Просто он постоянно меня подлавливал. Он стрелял в пушку. Где? Ой, мне пиздец. Убежал. Отлично. За забором, блядь. Я вот отхожу. Давай, давай. Он сейчас к тебе зайдет. Иду, иду. Мне вообще хуёво. Он за этим забором? Да? Справа от дома он с забора вышел, гандон, блядь. Да не здесь, он там, где дом. А. Тебе надо бинты еще? 16 хп, блядь. Ой. На. Больше нет. Пидор в хантере, короче, подкрался. Надо отступить, надо отступить. Я тебе говорю, они, блядь, я хуй его знает, какие-то лютые, блядь. Обходит четко он. Ебать, он мне насувал. Мне-то сейчас вообще не варик, я, блядь, ваншот несу. Что-то я их не вижу. Один с горы стреляет, это понятно. А где же тот, который тебя подловил? Он, короче, между забором и домом, короче, вышел. Пиздец. Блядь, если бы я раньше его заметил, я бы ему насовал. Не вылазит. Не вижу. Что? Не вылазит. Не вылазит. О, вижу, с горы бежит. Видишь его? В смысле он попал? Он тебе попал? Да. Хера. Я его не вижу. Да он за заводом. Вижу, вижу. Убежал. За дом убежал. Болт. Ой, болт. Все. Да. Не варик. Дальнее это расстояние. Не они, но главное я в тебя же. Стреляю. Нет, в тебя же летело. Трассер мимо тебя пролетел. Ну пацаны реально перестали взрывать. Какие они ждут. Соседи у нас громкие были. Может сильно справа возьмем? Может слева наоборот? Так же? Ну нет, совсем слева. Откуда, как мы убегали. Но они глазастые, я тебе хочу сказать. Нас что, запалили, блядь? Нормально так. Ты хочешь выйти сразу к их дому? Да-да-да. Да нихера, они нихера не на стреме сейчас будут. Они нас отогнали, они думают, что все, как бы мы не придем. Так, я за скалой. Ты я где? За скалами, иду к их дому. По крайней мере, в сторону. Да-да-да, я в хантере. Он, видишь, если еще в горах сидит, это вообще жесть. Там нихера не видно. Да, там он, нихера он не нас видно, увидит, а мы его нет. У них, может, тут где-нибудь детекторы движения расставлены. Че, по правой стороне пойдем? Нам надо кусты избегать. Да, что-то их не слышно. Они не дома, они...
Они, может, где-нибудь еще эти подпольные заводы понаставят? Лутают. Где? Ну, блядь, дерево же им надо. А, я думал, ты увидел кого-то. Ну, я тебе скажу, они нихуево расстроились. Ну, в плане, домик-то был какой вообще? Угу. Так он еще у них там какой-то забагованный. А, да, кстати, у них там пилары какие-то, типа 3-4 стоят. Угу. Может, они вышли? В смысле? И закрылись? Решили на этом закончить на сегодня? Не, вряд ли. Ставя такие заводы, это реально задрот. Это просто задротище. Монстры, блядь, нелюди. Нелюди. Да ну нахуй так жить, блядь. Да не, мне кажется, их не будет нихуя. Или сидеть тут двумя часами, блядь. Да мне тоже почему-то так кажется. Мне кажется, что они вышли. У них никакой активности. Ни дома, ни вне. Может, они умерли? Ага. Может, пошли в эти, в горы поднимемся, глянем, что там. Смотри, там здание, куда они отступали. Может, они там? Может, это их перевалочный пункт, куда они ресурсы скидывают? Завод чисто, да? Где здание? Вон, прям в скалы встроенные. Поднимаюсь туда, откуда в меня стреляли. А, пещера. А, это пещера. А что, если они в пещере? Они в пещере. А мы в Хантере. Тогда придется Хантером идти до пещеры. Да, да. Бочка. Не вздумай ее разбить. Я с лука. Не надо, она разбивается громко. Это, блядь, как сигнализация, она гребаная. Вот бы у нас перед домом все время спавнились бочки. Да тут еще этот ветер долбанный воет. Это ты по снегу, да? Да. Нет, пещера пустая. Ой-ой-ой, что за баги? Дыра. Вон, смотри, дыра. Какая дыра? Вот. Где? Ты не видишь? У тебя здесь нету под землю дыры? А, насквозь видно, да, вижу. Нет, что-то пошли выше, поднимемся. Думаешь, все-таки выше ушли? Ну, возможно. Да пора хотя бы узнать, что за этой горой. Завод, смотри. Дом. И кажется, что-то внутри горит. И херово туча животных. Блять, нихуя, они тут что, скотоферма, что ли, какая-то? Строится тут. И так нормально строится, да? Угу. Домик нихуевый такой. Животные топают. Печка. Фундамент не подгнивший. Подозрительно. Главное, дерево тишина. Железное. И главное, тишина везде. Ну-ка иди сюда, к этому, к печке, я тебя подсажу, заглянешь, что там за забором конкретно. Что делаешь? Тихо. Да ты лошади, то топочет так. Ебать тварь, залезай. Их всех завалит. Видно что? Это периметр. Я там, если, короче, перепрыгну, да, я там застряну. Там это, за периметром печка стоит. Ну ясно. Ладно, все, давай домой. Броник. Мастер, я смотрю, ты время зря не терял. Ага. Броник изучил. Рецепт тебе сделать? Гитару, главное, это. Засунул мне. Вот за Томпсон спасибо. Мы вчера его так и не изучили. А я думаю, дай-ка, Боня любит Томпсон. Ежей мне накидал, молодец. Не, спасибо, конечно. За Томпсона отдельно. Нормально, слышь. Нормально. Ух, нихера, целый ящик камней. Нормально. Молодец. Чё, как будто? В лицо брызнули, блядь. Кто-то на тебя фапает, дер. Что с твоим лицом? Так, ну чё, погнали? Помчали, выезжаем. Ну чё ты, мастер? В дверь не попасть. Да, блядь, лагает. Яд-то откидывает. Вроде подошел три раза уже. Под шариком, говоришь, они? Они бегали, да. Багет и хует там болтали все время. Лутали его, по крайней мере, постоянно.
Так, тут надо сосредоточиться, да? Ага. ТП-шек нет-то никакой. Слушака вообще не слышно, но летят только как стрелы. Да, а дамаг такой же наносит? Ни разу не попали по мне. Ох, ебать. Кажется, чё будет это? Жесткая бомбежка. Да ебать, ТП-шки, лаги, слайд-шоу. Да вообще пиздец. Ну где этот отряд специального назначения с глушителями? Ну тоже здесь. А где хуесос, хуй знает. Давай пошумим. Или чё? Ой! О, вот-вот! Где? Летело. Откуда? Вот оттуда, с глушака. Откуда? Вот-вот, с вышки. С вышки? Да, с вышки, с болта, с окна прям. С болта? Да-да-да, с окна, с болта. Мне показалось, что это с маленьких СССР что-то пулит. Нет, вон с окна. У меня со спины вообще-то... Вон, с окна. И снизу один. Второй. Во. Это их, значит, вышка, где, это их вышка. Отлично. Вот. Один сверху, один снизу. Ну, у меня отняло сколько? 8 хп. То, что он попал. Если он, блядь, бесшумный вообще, блядь, оглушился. Ага. Я буду альфа, отряд. Отряд Омега. Бонни, здесь сиди без понтов, мы далеко еще от них. Так он один внизу. Он сейчас придет. Сзади у тебя ТР, сзади. С камнем к себе подбегает, хуй какой. Сука, тварь, бля, обошли. Это ты кричишь? Нет. Меня чтоб убить, это надо ебать, столько труда приложить. А, я помню. Так ТР, куда ты ломанулся? Атакует, рашит башню. Сейчас залезет пизды нас. Ты что делаешь, ТР? А, вот эту деревяшку ты хотел. Закрывайся, ёбаная дверь, блять. Кто тебя, сука, сделал здесь? Ебой. О, все. Можно строиться. Так, а нахуя я сюда пришел? Вопрос два. На заманухой будешь. А, то есть, если меня сейчас выебут и высушат, это будет прекрасно. Mm-hmm. Да мне кажется, они секунду, если калаши увидят, не придут. Нихера ты уворачиваешься, нормально так. Охуело косое, блядь. Как из лука стреляет, да, пиздец? Вот была бы у нас экспа, мы бы уже давно ее зарейдили, потому что она железная полностью. А кто умеет экспу делать? Да Дианка умеет только. Ну, шуй, блядь, Дианка. У меня сегодня выходной, блядь. Не-не-не, отсюда понаблюдаем за ними пока. Давай уж ночь переждем тогда хоть. Ну, здесь переждем ночь. Был красивый рассвет. Ага. Особенно с моей графикой. Если болтает предатор, значит он идет сюда со своей тимой. А если они идут сюда, значит они хотят получить пиздюлей. Mm-hmm. Вывод, им пизда. Глушитель наш вывод. Но если мы сейчас так нищеброда убьем, может с луков его убить? Потому что... Давай. Пальбу откроют. Откроем и спалимся конкретно. Хоть они и так, наверное, знают, что мы здесь. Идет. Третий. Встал. Готов? Нет, я его не вижу. Все, давай. Огонь. Круто. Попал. Попал ты. Не попал. Убегают. Попал. Сбил, все. Готов, мертв. Отлично. Отличная работа. Вот это я ему дал хеда. Ты ему дал хеда? По-моему, ты ни разу не попал в него. Я знаю. Дал хеда. Вот поэтому нам нужен глушитель. Так бы мы его чпокнули, никто ничего не понял. Ночью, получается, они ко мне бежали, ты говоришь, двое? Или нет? Я откуда знаю, ты сказал, что их двое. Да, он меня не добил, я встал, калаш подобрал, они убежали, а потом вернулись. А там уже я все отобрал у них обратно. Броник, Томпсон. Тихо. Куда шумишь-то? Ну, внутри ходят, круто. Шумел. Две двери. User disconnected from your channel. Mm-hmm. Ну, выход-то один. Почему? Спрыгнуть, но не вариант. Да нет. Сбоку тоже выход. А вот, еще кто с ним. Мастер, смотри тогда ту дверь. Ага. Тут спальня. Сука, он с глушителем. Чё, не убил, что ли? Все, блять, он обоссался теперь. Либо ждем друзей его. Он выбегать не хотел, просто дверь открыл, да? Он дверь открыл. Надо было его выпустить вообще, чтобы выбежал, наверное.
Я глушитель увидел, как просунул сквозь стенку, я весь и загорелся. Да. Надо было его на улице, вот тут мы его отпиздили. С ногами запинали, да? Потом на трассе. Умер? Кто? Да, кто-то кричит у них. Тер! Специальный агент, специалка. Блядь, ты... Меня убили. В натуре? Да, сейчас я прибегу. Там хуйло какой-то в кустах, у них умер почему-то. С лутом был, смотрите, сзади еще могут прийти. Бегу. Тебя убил сверху? Да. Да. Иди, да. Мастер, проверь. Я здесь покараулю. Где он был? Ну, за стенками, за стенками. Да он мертвый, там все, беги. Можешь с ним договориться, чтобы он дал глушитель? Попробуй. Окей, give me silencer. Give me silencer, please. English, por favor. Silencer, мать твою, дай. Сам говорит, por favor, блядь. Чё? Por favor, говорит. Это же на испанском, блядь. Да. О, блядь, гранаты шкуряет. Ой, он друг, блядь, friendly. I can do this all day. Убил меня. Точнее, подними. Поднимайте. Давай, давай. Я ему хэд поставил. Повисло все, блядь. Он там. Я ему хэд поставил. Он сейчас... Есть, уронил. Блядь, но не уронили этот. Да, не... Блядь, не... Я думал, упадет, он торчал, блядь, сука. Сейчас не дадим ему залутаться просто, и все, ствол он пропадет. Просто в окна сейчас отстреливать будет. Да не, ну не дадим залутать, ствол пропадет. Давай. Пусть ствол пропадет и пусть сосет. Есть да? Что это, мясо? Другой, по-моему. Это он, почему другой? Убил его. Убил? И он не стоит? Да. Прыгай. Двери открыты. Наш прыгай. Угу. Пять не выпало. Спасибо. Да, Ред. Я с ним хуярюсь. Окей. Ох, ебать! Чё? Так у него ж ёк. Так я с луком на него попёр. Ага, стреляет с окон, стреляет с окна, с окна. Я дом деревяшку проверю здесь, что-то дым идёт. Угу. Сука, с болта. А, это печка коптит. Нихуя пещера. Он себя не лутает там? Двое, двое. Нет. Двое уже на ёбке? Наверху... Нет, они на самом верху, кажется. Ага. Я вижу через щели. Пойдет сейчас лутать. Главное, чтобы вижу. Не лутал. А не, один. Ты, сука, жалко, ты пулями не разбивается тело. Мы бы его разбили, мешочки хоть бы выпали часть. Да. Надо идти тогда в сторону аэропорта. Вот.